Привет, девочки! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас расскажу о моих успехах Project Pani за этот месяц апреля. Сама только что неожиданно обнаружила, что месяц был гораздо более успешным, чем я думала. Я просто забыла уже, потому что одно из средств закончила в начале месяца. Но прежде чем я перейду к тому, что я все-таки умудрилась закончить, расскажу, что у меня на глазах, если вдруг вас интересует. Это вот эта вот палетка Estée Lauder Bronze Goddess. К сожалению, это лимитированное издание. И это я решила сегодня сделать макияж не на работу. Не знаю, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, считаете ли вы такой макияж приемлемым дневным в офис, или все-таки это такой для выходного дня, для вечера больше макияж. Жду ваших комментариев внизу. Перейдем к тому, что у меня закончилось. Итак, этот проект — это 6 средств за 6 месяцев. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Я уже закончила пудру. И сегодня апдейт. Я закончила консилер Essence Camouflage. Кажется, что здесь его очень много, но это не так. Он закончился. И закончила карандаш. Это было для меня сюрпризом. На самом деле там оставалось чуть-чуть, но он выпал и отломался. Карандаш MAC фотогравюр темно-коричневый. Долго я делала с ним макияж. Еще в прошлом году начинала с ним Project Pani. Он у меня был в другом еще, по-моему, Project Pani. Вот. Наконец-то он у меня закончился. Сегодня у меня подводка на глазах, которая мне попалась в коробочке Look Fantastic новогодней. И что у меня осталось? Осталось у меня 3 средства из 6 за январь, февраль, март, за 4 месяца. У меня остался Glow Booster от Pixi. Как-то я им не пользовалась в этом месяце. Он как-то мне больше нравится на загорелую кожу, поэтому, наверное, буду пользоваться попозже. Осталось еще затеплитель от Bar Minerals, пересыпанный в коробочку от Sephora. Здесь его остается все меньше и меньше, но он сыпучий, и нужно его очень-очень мало. Пользуюсь им каждый день. Остается его все меньше и меньше, но все еще нужно над ним работать. И помада осталась у меня MAC Luster Lipstick в оттенке Naked Boot. Остается ее тоже все меньше и меньше, но еще остается. Поэтому буду работать. На самом деле, помаду и затеплитель, мне кажется, закончить вполне реально. Жду вашей поддержки в комментариях. Расскажите, что вы закончили в этом месяце, что бы вы, может быть, хотели закончить. И увидимся с вами в следующем апдейте. Обожаю вас. Пока. Вот, а это немножко бегемота вам. Если кому-то не нравятся коты, ну, можно уже не смотреть. Так, вот он, красавец, бегемот. Вертит головой, все изучает. Смотрите, какое у него светленькое пузико. Да. Куда это меня притащили, да? Куда и зачем? Зачем и куда? Я не понял. Все, конечно, любопытно. Отпустите меня, пожалуй. Все. Вот теперь точно.